Россияне и граждане Южной Осетии смогут ездить друг к другу без ограничений. Владимир Путин предложил изменить договор о сотрудничестве с республикой. Президент России внес на ратификацию Государственной Думы соответствующий протокол. Документ предусматривает снятие взаимных ограничений на сроки пребывания граждан на территории обеих стран. Об этом сообщается в документе, который сегодня разместили в электронной базе данных Нижней Палаты Парламента. Протокол направлен в Думский комитет по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками.